благодійність – вища нагорода здорового суспільства. Як функціонують благодійні фонди у нашому місті, будемо запитувати і дізнаватися від гості, яка прийшла до нашої студії. Марина Шевцова, керівниця ревізійного відділу благодійного фонду. У нас взагалі сьогодні тема – це благодійні організації, благодійні фонди. Тож, чим займається саме ваш фонд? Наш фонд существує вже 15 лет, даже больше. И основное направление фонда за все эти годы, мы стараемся не менять это направление, это помощь, благотворительная помощь деткам, которые находятся под опекой. Семейным домам, детским домам семейного типа, многодетным малообеспеченным матерям-одиночкам. Вот основное направление такое – детки. Такий спектр роботи ви для себе визначили, і ось так вже протягом 15 років ви ним займаєтесь, так? Так. Опікуєтесь. Да. Що зараз, які часи переживають? Ми всі знаємо, скрутні, як взагалі з благодійним фондом? Чи є люди, які теж активно беруть участь у різних організаціях, у заходах, які допомагають? Ну, по опиту, і, я ж говорю, 15 років ми працюємо, у нас город і область дуже добрых, чутких людей. Горожане у нас молодцы. Их гораздо, гораздо больше сочувствующих, ну, вот проблемам у нас в городе, чем людям безразличным. Конечно, помогают, конечно, поддерживают. И деньги дают, и продукты, и подарки для деток. То есть все это происходит. Люди помогают, помогают организации. Вот на сегодняшний момент у нас около 200 организаций, предприятий различных форм собственности, которые с нами по линии благотворительности общаются. Вот, потому что без их поддержки мы бы просто не смогли существовать как фонд. Вот, и только благодаря этим организациям, этим людям помогают также и физические лица, то есть просто человек приходит, и зачастую бывает, когда он, ну, пытаешься спросить имя, там, ну, документы, когда мы оформляем, не надо ничего, вплоть до того, что за рукав ловим, как хоть зовут же, кто благотворитель, причем помогают хорошо, вот. Вот только благодаря им мы можем, могли, по крайней мере, могли организовывать такие мероприятия. У нас вот был каждый год на День защиты ребенка замечательные прогулки теплоходом по реке Днепр. Вот, да, детки с родителями, с опекунами, там были аниматоры, были угощения, конкурсы, подарки обязательно. Очень это всем нравилось, все было замечательно. Плюс были такие еще у нас мероприятия, как утренники. Тоже проходило угощение, ну, приуроченное к праздникам. Это вы все организовываете? Чи есть еще люди, которые помогают организовать? Было такие заходы организовать не так просто. Ну, у нас есть команда, вот у нас 5 человек активных, которые действительно активны, которые и на телефонах, и выезжают, и помощь принимают, и приезжают там на предприятие, потому что, ну, не всегда можно прямо к нам доставка. Вот. Естественно, и благотворители тоже помогают. То есть у нас есть, были такие, что сами приезжали, вот он хочет подарить, директор, он хочет лично подарить этот подарок деткам, вот ему, ну, вот нравится человеку, пожалуйста. Мы никогда, мы любую помощь только приветствуем. Потому что у нас сейчас очень, как бы, ну, ну, мы это видим, мы знаем, жизнь тяжелая. Тяжелая как для взрослых людей, а деткам, которые лишены родительских... Ну так, звичайно, родительского внимания, батьки им, можуть дати, им то еще тяжелее, еще да. И вот эти бабушки, дедушки, которые тянут этих деток, потому что, ну, им не всегда по карману того же ребенка, их обычно бывает не один, а несколько, сводить в тот же цирк, потому что билеты дорогие. Не всякая семья, которая полная семья, и которая мама, папа работают где-то на предприятии, получают зачастую чуть больше минималки, и сводить ребенка, это сейчас у нас в жизни целое событие, потому что ребенок хочет поиграться, шарик, там, сладкую вату,
опять же, цирк, это представление. А мы вот организовываем, у нас детки регулярно ходили и посещали, это море удовольствия, море эмоций. На Масленицу были, ну, проводились мероприятия. Даже в таких серьезных учреждениях, не буду, чтобы не сказали, что реклама, но очень шикарные, скажу так, рестораны нашего города предоставляли, когда узнавали, что это благотворительная акция для детей вот такой категории, не брали деньги. Вот четко готовили, вкусно, все замечательно, аниматоры там и конкурсы. В общем, дети не хотели уходить. Вот даже родители умиляли, ну, кто с ними приходил, то есть масса удовольствия получали, как и дети, как и мы, и благотворители. Потому что когда ты это видишь, это что ребенок, он забывает о том, что ему пришлось пережить, что он голодал, что он там ночевал под кроватью, не доедал, вы понимаете, это очень такая категория детей, они ранимые, хорошо, когда, как сказать, у них все складывается, когда им там годика 3-4, а когда это уже сформировавшийся подросток, когда ему лет 10-12, он понимает, что вот с ним не все хорошо вот ему в этой жизни. Конечно, приятно, когда ему вручают что-то такое, чего он раньше мог только, не знаю, где-то Мрия. На улице, да, увидеть, а ему вот вручили рюкзак, да, в нем внутри там полный набор школьных принадлежностей, ну, красота, и он там, аж глаза светятся, понимаете? Ну, так, конечно, для одних детей це звично, а інші діти цього не мають. Безусловно, безусловно, і, к сожалению, у нас така категорія дітей присутствує. Пані Марина, а що зараз? Зараз складніше стало? Ну, і тут ви сказали, скільки заходів різних було. Можливо, ви плануєте найближчим часом проведення якихось? Буде Великдень, будуть ще якісь, можливо, свята, такі, ті, що пов'язані, наприклад, з Днем захисту дітей, ось влітку, так? Тобто, можливо, ще теж діти поплавають десь по Дніпру. А вдруг, ви розумієте, ми ж всі віримо в лучше, що от закінчиться у нас маскарад наш, закончится вот это вот все, вот эта гнетущая атмосфера, и вот солнышко вышло, люди высыпали на улицу, в парке не протолкнешься, вот мы гуляли в выходные с собакой, хочется, уже хочется весны, хочется чего-то хорошего. Конечно, у нас в планах много всего, но пока мы ограничены карантинными мерами. И это и правильно, потому что нужно соблюдать законы и беречь в первую очередь и себя, и близких, и тех же деток. Вот. Сейчас вот у нас вот с момента карантина и по сегодняшний день мы делаем адресную доставку помощи. Угу. Ничего никуда не пропало. Также мы помогаем деткам, также мы все это делаем и предоставляем и одежду, и предметы гигиены, и школьные принадлежности, продукты питания. Но все это делается адресно. Угу. То есть это нам помогает, очень серьезно помогает департамент социальной политики горосполкома и управление служба по делам детей горосполкома, методическую помощь нам оказывают. И мы, в свою очередь, оказываем помощь деткам, которые состоят на учете. Тобто вони якраз і формують ось ті адреси, за якими ви можете надавати допомогу. Чи у вас з'являються ще й нові? Можливо, ви відшуковуєте людей, яким в першу чергу потрібна допомога? За 15 років дуже багато людей нас знає. І дуже багато знає нас організацій, і які нам допомагають. И опять же, вот государственные структуры, у которых эти детки на учете, эти проблемы. Вот. Естественно, когда тебе дают конкретно адреса, и ты едешь туда, это, конечно, удобно. Но также к нам и обращаются и по телефону, и в электронной форме, пишут письма, обращаются. Вот мы помогали... Детский дом семейного типа. Там около 15 человек детей. Это не в самом городе, это в области. Передавали мы компьютерную технику. Вот. И, ну, честно сказать, очень было приятно. Вот 15 человек деток там. Все, ну, вот красивые.
вот здоровые, ну, замечательные, целое хозяйство, очень красивый двор. Пригласили покушать за стол, там, ну, просто. Ну, видно, что это вот, ну, не для нас это, ну, вот мы приехали, это не для... Это вот, вот так люди живут, замечательно. И смотришь, думаешь, ну, вот как можно было от этих красивых детей отказаться родителям. Они все из детского дома. Там есть все братики, сестрички. То есть брала семья, пара, у них свои дети. Но они вот, вот понимаете, как вот тут человек, мы взяли одну, потом у него братик, у нее там сестричка. А и вот так вот, вот кто-то уже взрослый. И ты вот смотришь, вот думаешь, боже, ну как так? Такие красавцы, красавцы. А брали же они их всяких, и больных. Ну, а вот, вот так вот, вот, что делает любовь, понимаете, с людьми? Вот, вот как детки... Это такой приклад вот, для того, щоб інші могли подивитись і теж взяти собі до уваги. А чи багато у нас таких будинків сімейного типу, де ось є приклади подібні? Ну, що, що вам сказати? У нас, понимаете, как, те дома детского типа, они семейного типа, они более как-то вот государством более охвачены заботой. Вот, поэтому мы с ними общаемся постольку, поскольку. Вот к нам обратились, мы что смогли, помогли. У нас, вот я же говорила, у нас больше направленность деткам, которые остались под опекой. Угу. Которые, ну, дедушки, бабушки, соседи, которые этими детьми пеклуются, упикуются, украинскую мову. Вот, там, где вот, причем... как сказать, вот ребенок, вот забрали его у родителей и передали под опеку. Вот у него зачастую нету при себе даже одежды нормальной, нету. Бабушка с дедушкой, что они могут? Ну, хорошо, хлеб, масло, что-то есть в семье. А бывает такое, что и не хватает и этого. Угу. Я не буду, как говорится, тоже, ну, вот так скажу, что пятеро детей, интервал, возраст, между ними разница год на одной бабушке. Это дуже складно. Как? Она сама, да, она, они, можно говорить, что они получают такие детки, на них государство платит пособие и все такое прочее. Но в наше время, вы знаете, пособие. Ну, сколько сейчас там, пойти купить пачку гроши. Масла, купить хлеба и десяток яиц, это все, это 100 гривен. А вдягнуть еще, вычитать? Правильно, а ребенку хочется и секцию посетить, и сходить куда-то на какой-то, я же говорю, концерт, в цирк, в кино, то тоже, да какую-то жвачку купить, игрушку, потому что, ну, это ребенок, ему нужно развиваться, карандаши, а куда? Пані Марино, а як взагалі з вами співпрацюють охочі допомогти? От вони знають, так, вони ж вам довіряють, вже багато років, ви на слуху, вже знають. Звертаються вже, бо знають, що минулого разу ви допомогли і нічого не пропало. Чи як взагалі відбувається? Ну, обращаються по телефону, дзвонять. От там, ми хочемо там, передати, там, наприклад, продукти питання. Естественно, у нас под все, все, что мы берем, мы сразу людям объясняем, что просроченные продукты, которые у вас где-то на складе лежали, и просто вам вот их некуда выбросить, и вы нам даете, нет. Там какие-то поношенные вещи тоже, ну, не можем мы ребенку, у которого вот такая ситуация, ему вот такое, понимаете, как... Поэтому обязательно, если что-то нам, продукты питания, мы заранее просим, чтобы это были сертификаты обязательно, чтобы оно соответствовало стандартам, ГОСТам, чтобы там были все паспорта на продукты, потому что, ну как, это ребенок, это дети. Ну, це ваша робота, це ви цим займаєтесь, так? Ну, звісно. Спілкуєтесь з людьми, конечно, і це все да. роз'яснюєте. Як говориться, ми в команді, команда наша, звісно. Хтось договорюється, коли це буде, хтось зустрічає автомобіль. Тож потрібно, щоб у вас був транспорт, так? Ну, от у нас, це да. Це стільки розходів ще додаткових. Ну, як чесно, ви виживаєте взагалі? Чесно вам скажу, от була ситуація така, як у нас один із наших учасників фонду, вот благотворитель, наш как бы активный участник, самый активный, приехал получать, ну, помощь. Там пообещали что-то, он подъехал, обратили внимание на его автомобиль. Вот у вас такой шикарный автомобиль, а вот куда вы наши, значит, продукты питания там, не попадут ли они куда-нибудь, не туда, не деткам, а там куда-нибудь.
мы всегда в таких случаях. Пожалуйста, у нас настолько все прозрачно. У нас есть свой сайт. На сайте выкладываются полностью вся информация о том, кто, какие виды помощи, кому переданы. Видеоотчеты, фотографии этих деток, которые там фотографируются, что вот действительно... Отримали. Да, что это не мы на этой крупе сидим там или там игрушками сидим вечером, играемся друг с дружком, а это действительно дети получают это все. А если совсем уже, говорю, не совсем недоверчивы, приезжайте. Ну, нехай самі передадуть. Приезжайте. Так. Мы никогда не отказываем от помощи. Потому что действительно, вот у нас было такое, что вот обратились из села, нужно было доставить, правда, не ребенка, а инвалида взрослого. Но мы вынуждены были отказать, потому что у нас нет возможности и автомобиля нет перевезти. Там лежачий больной был. Ну, порекомендовали фонд, который занимается конкретно угу. вот проблемами інвалідів. Тобто ви можете з своїми організаціями, з якими ви співпрацюєте, контактуєте, ви можете надати ще і таку допомогу. Тобто перенаправити і, ну, конечно, і потому, інші люди да, вже зможуть да, вирішити конечно, це потому питання. Что, ну, всякі, понимаете, как, вот, обращаются люди всякие. Сейчас, я ж повторюсь, жизнь тяжелая. Народ у нас, некоторые находятся, знаете, вот на грани. Вот, как говорится, сложились так обстоятельства, что вот человеку, вот, ну, некуда. Вот он набирает телефон, какой-то ответ. Ну, а по какой-то причине мы не можем. Не по, ну, не, потому что это же не то, что я там вот принимаю решение этому помогать, а этому не помогать. У нас есть совет, у нас вот 5 человек, мы собираемся и мы принимаем решение. Оцениваем свои силы, можем мы это или не можем мы это. Пані Марино, взагалі це зараз складно бути членом благодійного фонду? Ну, ви знаєте, ми починали свою роботу, от говорю, 15 років назад ми починали, історія нашого фонду, як з'явився фонд, було таке кафе «Пампушка». Очень вкусно готовили в районі проспекта Гагаріна, студенческое, все. Ну, і там і взрослі, прекрасне кафе. Вот. І почали от спонтанно кормить детей беспризорников. Вот 15 лет назад, да, у нас были в городе беспризорники, которые ночевали в люках тепловых внизу там. Страшные дети, грязные, зашивленные. Это ужас какой-то. И вот они приходили, и мы их кормили. Горячий суп, каша, котлета. Конечно, я же говорю, что нет рядышком вот хозяйки этого кафе. Она просто вот стояла и плакала. Вот они как приходили кушать, она стояла и плакала. И никаких денег, и ничего. Она говорит, я ничего не хочу. Ну, мы, как договор был, что мы оплачиваем, они кушают, а мы оплачиваем. Она говорит, я не хочу ничего, не хочу денег. Я, говорит, вот смотрю на это, и у меня вот сердце вот просто слезами. Она вырастила сама 2 детей, говорит, это вообще ужас. Ну, слава богу, вроде как у нас с этой проблемой беспризорности, вроде в городе, покончено, так, да, ну, решилось, ну, немає, все, не бачимо, да, ми. Вот такого нету. Вот. Ну, а мы же уже как бы вошли, так сказать, в струю, мы уже не могли остановиться, вже не можна, да, вже да, мы уже начали, дітей, да, так. Мы начали водить, как бы... А що, до речі, пані Марино, чи ви цікавилися, як далі долі тих дітей склалися? Ну, і соціальні служби, ви понимаете, просто, ну, вот как, виростають, когда человек, когда ребенку плохо. Когда плохо кому-то взрослому, то, конечно, он об этом говорит, пытается. А когда уже все хорошо, знаете как, вылечился больной, он уже и про врача того забыл, уже и не помнит, где-то больница находится, и слава богу, и не надо помнить, и не надо ходить. Так же и у нас. Мы помогли, вот, как говорится, ребенку тому дали, поддержали его, чтобы он... Толчок оттолкнулся, а дальше пусть, ради Бога, на здоровье, пусть живет и не нуждается в помощи наших организаций, пусть все будет у него хорошо. Звичайно. Пані Марина, вот ну, наостанок вже хочеться, щоб такі глядачі почули від вас звернення, так? Можливо, якесь сьогодні такий день, коли всі згадують про добро, щоб ми були добрими і звертали увагу не лише на свої проблеми, а на тих, хто біля нас. Можливо, комусь набагато гірше. Будь ласка. Ну, что хочется сказать? Хочется, чтобы благотворительные организации помогали только в радостных
мероприятиях, чтобы приходили счастливые, веселые люди, чтобы не было слез, чтобы люди не страдали, не переживали. А я еще хочу сказать, у нас еще психолог есть, кстати, да, то есть еще мы вот такое вот делаем, то есть если вот, как говорится, мы можем еще психологическую помощь и поддержку оказать, вот. Обращение к людям, будьте добрее друг к другу, будьте, потому что вот настолько как-то вот, не знаю, то ли мы переходим в какой-то новый период, новая эра наступает, я не знаю, но люди немножко вот... Ну, жесткосердечные становятся. И а нужно как-то, ну, более свободно мыслить. И, ну, если ты мимо проходишь и видишь того же, не знаю, человека, который выглядит не так, как ты, немножко, ну, хуже одет, чуть-чуть не так вот выглядит он, ну, ты видишь, что не очень с ним благополучно. Ну, подойди, спроси, чем помочь тебе? Чем помочь? Потому что зачастую вот это вот из последнего. Я шла в больницу, идет женщина на костылях, ей тяжело, видно, ей плохо. Ну, проходят мимо люди, и никто не спросил, может вас помочь довести до лавочки, до скамейки. То есть, ну, вот, вот такое вот как-то, вот все вот в туннельно идут, смотрят туннельно. Ну, хочется, конечно, чтобы было... Добріше. Боль, це правда. Більше щастя. Пані Марино, було, я вам дуже дякую за те, що ви робите. Насправді фонд працює і так побажати вам хочеться процвітання, щоб були можливості. Були можливості допомагати. Бо таке життя зараз скрутне. Але ж вашими зусиллями багато людей стають щасливішими. Тож, бажаємо вам успіхів, звичайно ж. Спасибо. Марина Шевцова була сьогодні в нашій студії. Спасибо. І будемо чекати вас ще, а ми зустрінемось за декілька хвилин.